Девчуля, привет. У меня сегодня уже даже не знаю, что делать и как сказать. И, в общем, вот такие вот наши вкусняшки, да, так скажу, из моего богатства. Вот. Ну, еще половина там есть у меня немножечко, конечно. Еще и там у мамы, который чемодан-то тю-тю. Ой, девчонки. В общем, я хочу с вами это приложение. Вот, жасмин у нас сегодня. Вот, есть тоже из такого же, да, такая. Жасмин, хочу прям от души, он такой вкусный. У моей дочери есть подруга, ее тоже зовут Жасмин. И когда, расскажу вам так маленькое предисловие, да, когда я была там, и она говорит: мам, ну, я ей говорю, попробуй, вот на самом деле вкусный, говорю, вот мелочик, говорю, мне он так нравится, жасмин. Она говорит: ого, жасмин, говорит, это же моя близкая подружка, надо, говорит, попробовать обязательно. Попробовала, она вообще не, у меня детки не кушают мел, и попробовала, говорит, действительно вкусный. И вы знаете, потом она иногда у меня спрашивала: мам, дайте-ка этот жасмин, я немного еще раз укушу. И было такое вот. Так что даже моей дочери понравился, и мне тоже он очень нравится. Так что мерабалар, берем без да жасмин. Айдиар жасмин. Погрузим, да. Пыльный, сухой.
Вот эти. Дочка привезла. Из Бахрейна. Эти на данный момент мои любимые. Ну вот, девчонки, мы с вами погрызли, мне стало так хорошо. Вообще прям блаженство. В общем, тут мои и это спортивные. У меня идут, это тоже спортивные. Это вот, вообще запах очень приятный. Это мои любимые на данный момент. Аллюр. Не знаю, прям в них влюбилась. Несколько лет у меня Мантейл был любимый, я прям не могла, просто приклеилась к нему. Это Мантейл интенсив кафе, да? Ну, интенсивное кофе, так скажем. Ну, вот. Ну, вот этот зимний вообще, такой тяжелый. Вот. Запахи вкусные. Все равно. Ну, на каждого вот, как бы такое и настроение, и период, и вот это все, в общем, да, даже под классика, спорт там или еще что-то. Ну вот, но это я так для, в общем, ну вы поняли меня для чего, да, то так бы зачем.
как бы показывать все это. Хотя у меня как-то просили, я снимала видео, есть видео, моя косметика вроде называется, там я все это выкладывала. Потом у меня опять попросили, я уже сказала, у меня уже есть такое видео, посмотрите, пожалуйста. Было такое. Хотела вам показать, девчонки, купила лекарство, вот то, что мне говорили, Фирумлекс, да, вроде бы. Ну, там много было каких-то, вот, я спросила здесь у нас в аптеке, ну, в общем, у них нету, и взяла вот такие. Сказали, тоже поднимает гемоглобин, очень хорошо, как бы порекомендовали здесь вот взять вот эту, да, вот. Пью уже третий день. Сегодня будет третий день. Ну, не знаю, 20 капсул, посмотрим, какой будет результат у нас там, да? Что со мной случится. Такая, вдруг там я оживлюсь еще больше такая. Вот. Ну, начала пить эти лекарства. Ну, вообще я пью и другие лекарства, но просто я чувствую, что результата нету. Ну, даже я чувствую, просто у меня это... Ну, много, да, вот если вы прочитаете, там, когда низкий гемоглобин, симптомы какие, в общем, эти все симптомы у меня есть. Поэтому я пью уже, думаю, ну ладно, пусть месяц, думаю, не буду это пить, но что-нибудь другое попью. Вот решила вот этот попить месяц и омега-3, думаю, попью тоже его, тоже взяла и вот их. Обе буду пить. А то, что мне там как-то девочка писала, вы там все на свете не пейте, а то, что я начала и омегу-3, и льняное масло пить. Помните, наверное, я говорила, может быть, аллергия туда-сюда, я даже об этом не подумала. Потом кыст еще у нас есть такое. Кыст пила. И пила, сейчас скажу, пекмес. В общем, много чего. Вот, и потом думаю, ладно, кыст я уже пила в месяц, наверное, и его решила приостановить все-таки, думаю, через месяц опять начну пить. Вот, а пока, думаю, вот этот пропью и посмотрю, как будет. Может, буду лучше себя немного лучше. Ну, вообще, это у меня уже привычное состояние, я такого большого дискомфорта и не чувствую. Как-то, наверное, это у меня прям уже врожденное, я как-то привыкла. Особо, ну, то, что голова кружится, это уже у меня как стандарт стало, как бы вообще нормально даже. Даже не помню, когда не кружилась голова. Вот, как-то так. Ну, будем лечиться, посмотрим, что как будет, да? Дай Аллах нам здоровья, и вам тоже. Так, пчелорам, дьюрунки, да, ищем ты в илачной куланмая башадам, чунки канам бирас... Сурун чыкартып бана демир лазым миш. О yüzden şu ilacımı bu ilaç aldım, eczaneden. Bunu kullanmaya başladım bugün 3. gün. Onu söylüyordum. Teşekkür ederim takipçilerim hepinize. İzlediğiniz için like atarsanız memnun olacağım. Hadi ayrı ona teşekkür ediyorum. My dear, thank you. I love you. Азербайджан, Индия. Вот. Сейчас у нас милашек много стало. Просмотров не так уж много. Уже такая уже. Тем более, что я снимаю, да, то снимаю, то не снимаю. Господи, это моя вина, конечно. Но ничего, мы наверстаем упущенное с вами вместе, я думаю. Спасибо вам, мои дорогие. Целую, обнимаю. Пока-пока. Я думаю, что мы завтра с вами постараемся встретиться.